«Мама, почему ты решила провести турнир названия мэра галактики именно сейчас? Неужели это так необходимо?» «Поверь мне, дорогая Эриан, когда тебе будет столько же, сколько мне, ты тоже поймешь, что нам всем нужен сильный лидер. И не только нам, а всей галактике». «А могу я поучаствовать в этом турнире?» «Нет, моя дочь, тебе это строго противопоказано». «Это почему же?» «Это опасный турнир, а ты еще слишком юная». «Ну, пожалуйста, мама, мне очень хочется попробовать». «Вот мое слово как царицы, нет, и на этом все». «Ну и ладно. Я все равно приму участие в турнире». «Так, я не должен опоздать на турнир, я должен прийти вовремя. Иду! Ой, извините! Извините, я случайно». «Смотри, куда летишь, дракон!» «Извините, я не специально. Я просто летел на турнир, вот и все». «Ты тоже хочешь принять участие в турнире?» «И я хочу, как раз туда иду. Как тебя зовут?» «Меня зовут Драгерт, я ученик Золотой школы». «Золотая школа? Это же лучшая школа Дагальтеры. Ты ученик единорога Сильвии?» «Если честно, то да». «Ну тогда идем скорее. Первый этап начнется уже скоро. Он пройдет в небесном городе Сашалин». «Согласен, бежим». «Тихо, слушай объявление. Похоже, ведущий уже что-то говорит». «Внимание! Внимание! Ее Величество Царица из Гальдина решила провести конкурс названия мэра галактики. Конкурс пройдет в 4 этапа. На первом этапе вам надо будет показать свои знания по истории Дагальтеры. Первым на конкурс вызывается ученик Золотой школы Драгерт». «Драгерт, тебя вызывают». «Вижу, Айен, мне надо идти». «Слушаю вас, господин ведущий». «Итак, первый вопрос. Когда из Гальдина стала царицей?» «Это было в темные времена, когда Дагальтерой правила ведьма Аяла. Царица из Гальдина освободила наш мир и дала нам надежду». «Итак, ответ правильный». «А, как мне плохо». «Я иду. Извините, господин ведущий, мне нужно отлучиться». «Эйен, что с тобой? Эйен! Эйен!» «Ты демон». «Эйен, вставай, никакого демона здесь нет, вставай!» «Ой, это было такое существо, гадкое и мерзкое! У меня от ударов его когтей до сих пор голова раскалывается, мне надо скорее к маме». «А кто твоя мама?» «Моя мама царица из Гальдина». «Да почему ты раньше этого не сказала?» «А ты у меня раньше не спрашивал». «Отсюда до дворца очень далеко. Я не смогу тебя донести. Я толком летать еще даже не умею». «Неужели у тебя нет друзей, которые могли бы помочь?» «Нет, надо мной всю жизнь издеваюсь. Еще в золотой школе. Это связано с тем, что я плохо учился и был из бедной семьи. Если честно, это правда». «Что, совсем не было друзей?» «Да. И это ужасно». «А хочешь, я буду твоим другом? Как-нибудь мы доберемся». «Да, хочу». «О, Анубис, князь тьмы, владыка ночи! Я послала царевне ужасное видение. Теперь оно в наших руках». «Ты точно на 100% уверена, что она в наших руках? Ведь ты же знаешь, чем грозит твой провал. Я тебя уничтожу, ведь я тебя и породил». «Можешь быть спокоен, владыка. Заклятие скоро начнет действовать. Сердце Элен станет твердым и холодным, как камень. Она забудет своих близких и будет в наших руках». «Ты забыла еще одну деталь, глупая ведьма. Как же дракончик? Он же избранный. Согласно пророчеству богов света, именно он уничтожит меня. Избавься также от него. Я приказываю тебе».
Можешь быть спокойным, владыка, я обо всем подумала. Если царевна прервет турнир, то это поможет нам избавиться от избранного, и силы тьмы восторжествуют. Я горжусь тобой, ведьма. Скоро я обрету физическую форму и на Руане вместе с Дагайтерой и всем миром буду принадлежать одному мне, богу умерших.